Требования к управлению технологическими процессами возрастают сегодня во всех отраслях промышленности. Принимая это во внимание, компания Andres Plus Hauser разработала первую единую платформу приборов измерения расхода и уровня. Благодаря единой платформе и структуре меню, системная интеграция приборов и снижение затрат на ввод в эксплуатацию стали еще проще. Вот ее преимущества. Легкость настройки при помощи пошаговых мастеров. Унифицированное меню для быстрой параметризации. Расширенная самодиагностика для высокой безопасности. Оперативная доступность параметров благодаря автоматическому сохранению данных. Интеграция во все системы управления процессами. Надежность и безопасность, гарантированная сертификатами СИЛ. Andres Plus Hauser задает высокие стандарты в параметризации полевого измерительного оборудования, применяя пошаговые мастера настройки. Теперь ввести датчик в эксплуатацию можно без изучения руководств. Пошаговые инструкции по всем важным параметрам выдаются непосредственно в процессе настройки датчика. Кроме этого, на дисплей выводится краткое пояснение и вся необходимая дополнительная информация. Промышленные процессы не всегда протекают бесперебойно, поэтому инновационные приборы Andres Plus Hauser могут отслеживать не только основные параметры процесса, собственное состояние, но и ряд дополнительных параметров. Любые ошибки процесса и прибора немедленно определяются и выводятся в виде диагностического сообщения вместе с инструкциями по их устранению. Это позволяет обслуживающему персоналу реагировать оперативно и эффективно, повышая надежность измерений и гарантируя высокую техническую готовность оборудования. Другая особенность единой платформы приборов Andres Plus Hauser – уникальная технология эффективного управления настройками HISTEROM, обеспечивающая возможность сравнения текущих параметров настройки прибора с первоначальными. Модуль памяти HISTEROM встроен непосредственно в съемный дисплей приборов. В него можно записать текущие настройки датчика. Инновационная технология HISTEROM открывает совершенно новые возможности технического обслуживания. Встроенный регистратор событий и возможность хранения до 1000 измеренных значений обеспечивает оперативный и эффективный доступ к ним. Надежная передача данных от полевых устройств до систем управления технологическими процессами и систем инструментальной безопасности – наиболее важное звено в интеграции. И это не проблема для новой единой платформы измерительных приборов Andres Plus Hauser. Датчики легко интегрировать в любые системы управления процессами или PAS посредством шин 420 мА Hard 7, Foundation Field Bus или Profibus. Надежное управление процессами возможно только при условии безопасной работы всех компонентов системы. Именно поэтому приборы измерения уровней расхода Andres Plus Hauser разработаны по ГОСТ РМЭК 61508 и сертифицированы на применение в контурах PAS SEAL 3 при однородном резервировании. Andres Plus Hauser – ваш единый поставщик измерительных приборов. Thank you.